Дорогие друзья, я с удовольствием приветствую организаторов и гостей выставки, которая носит название «Путь к победе» и посвящена освобождению советской армии Польши от немецко-фашистской оккупации. В основе выставки архивные документы, которые являются, конечно, свидетельствами эпохи. Сразу после начала немецкой оккупации в Польше советское руководство рассматривало польский народ как потенциальных союзников. В советском тылу формировались первые части войска польского. Десятки тысяч поляков пополняли ряды Красной армии и сражались плечом к плечу с советскими солдатами и офицерами. В 1944-45 годах советская армия освободила Польшу от немецких захватчиков. К сожалению, эта победа досталась очень дорогой ценой. 600 тысяч советских солдат, офицеров остались лежать в польской земле. Благодаря отваге и воинскому мастерству советских воинов удалось спасти жемчужины историко-культурного наследия Польши. Из фашистских концлагерей были спасены сотни тысяч приговоренных к смерти польских граждан. Еще не дождавшись окончания войны, Советский Союз стал оказывать масштабную экономическую помощь братской Польше. Буквально через неделю после освобождения польской столицы был создан Объединенный штаб восстановления Варшавы. Советский Союз оказал большую поддержку сельскому хозяйству, промышленности, другому экономическому развитию Польши. Я думаю, что это выставка, которая говорит о вкладе советского народа, Красной армии в победу над фашизмом, в освобождении Польши, будет интересно как российским, так и польским гражданам.